всім глядачам телеканалу «Київ». Мої найщиріші вітання. Вівторок, 18 квітня, як завжди о цій порі, ми розпочинаємо прямоефірні консультації у громадській приймальні. Коротко розповідаю, про що йтиме мова сьогодні. У депутатській приймальні сьогодні побачимося з депутатом Київради Олегом Бондарчуком, з яким поговоримо про життя у Шевченківському районі столиці. У корисних порадах розкажемо, що таке панічні напади і як з ними боротися. Розпочинаємо з порад лікаря про риніти, синусити та гайморити. Ми будемо говорити вже за мить. Сонечко вже світить, але ще не гріє. Саме у цей період ми найчастіше отримуємо такі неприємні недуги, як нежить або ще гірше – синусит або гайморит. Рідко хто звертається до лікаря з першими симптомами цих хвороб, а даремно, адже неліковані запальні процеси можуть призвести до ускладнень. Все про відмінності між ринітом, синуситом та гайморитом нам сьогодні розповідає хірург-отоларинголог, лікар вищої категорії Київської міської клінічної лікарні номер 1 пан Євген Шамрай. Пане Євгене, рада вітати, добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, рада вітати кожного з вас. Прошу, 223-0981. Ми сьогодні будемо говорити про риніти, синусити та гайморити. Звичайно, будемо про це все говорити в контексті нашої сьогоднішньої погоди, про те, коли і наскільки дійсно можна отримувати подібні захворювання у наш сьогоднішній час. Прошу, долучайтеся, ми вже чекаємо всіх ваших телефонних дзвінків на цю тему. І справді, пане Євгене, розпочати я хочу з вами розмову зі звичайного нежиття, тому що от якраз у таку погоду, як зараз, коли дійсно досить є прохолодно, але вже сонечко виходить, ми вже починаємо роздягатися і, звичайно, отримуємо подібні захворювання. Взагалі, от є такий навіть вираз, що якщо нежить лікувати, він мине за 7 днів, а якщо не лікувати, то за тиждень. Це правда чи ні? Чи дійсно потрібно лікувати вже навіть ось такий невеличкий запальний процес? Ну, на самом деле, сам насморк не нужно как таковым лечить какими-то медикаментами. Единственное, что я могу посоветовать, это закапывать нос сосудосуживающими каплями. Угу. Или лучше спреями пользоваться, для того, чтобы снимать отек слизистой оболочки. Если к этому насморку не присоединились бактерии и не развился гнойный процесс, то лечить его, в общем-то, только нужно поддерживать носовое дыхание. Тобто это действительно так? Тобто звичайный нежить, он фактично сам мине? Якщо... Не лишено смысла. Так, дякую. А от деякі спеціалісти, коли ми дійсно говоримо з ними про ось ці хвороби, вони навпаки говорять про те, що ось ці краплі для носа, як ми звикли їх називати, вони можуть бути небезпечними у цей період, тому що інфекція, яка може потрапити, навпаки, через нежить вона затримується, а ці краплі вони не дають цього зробити. Як ви ставитеся до цього? Наоборот, краплі, знімає отек, дають можливість чоловіку дихати і відкривають околоносовые пазухи, о чем речь идет, пойдет немножко позже, угу, о синуситах, для того, чтобы они проветривались. Угу. То есть для человека нормально дышать через нос. И если во время простуды отек слизистой оболочки носа не дает возможности это делать, то нужно делать это с каплями, а не делать без них. То есть лучше же... дышать с каплями, чем не дышать без них. А как же процесс звикания? Чи можно взагалі звикнути до... Ну, если долго использовать их, да. Угу. Тобто, конечно, можна може бути таке. А скільки це? Довго це? Який час? Опять же, інструкція пише не більше 5 днів, але обычно насморк мучає чоловіка від 5 до 10, а то і до 15 днів. Угу. Тому лично мої наблюдення, що до 10-15 днів не буде привикання, якщо їх не використовувати, звісно, 20 разів в день, і коли вони не дають ефекту ніякого вже, і люди просто заливають їх туди бутилка за бутилкою, угу, тоді просто треба вирішити, що потрібно робити в цьому випадку. Може, щось потрібно поміняти, а не просто закапувати каплі. А чи правда, що може бути взагалі пересушення слизової оболонки саме через досить велику кількість ось цих крапель? І велике кількість цих капель, часто їх використання, і є індивідуальна какая-то непереносимость к определенному агенту, который находится внутри этих капель, угу, и поэтому их существует большое множество, с разными добавками их используют для того, чтобы не было пересушивания слизистой оболочки. Угу. Да, это может быть, конечно. А каким чином это можно відчути? Тобто це... Сухость. Тобто це дійсно... Ну, это будет ощущение сухости в носу, да, це... корки. Слишком уж вентилируется нос, угу, аж свистит.
Так, дякую дуже. Я ще раз нашим глядачам нагадаю, ми говоримо сьогодні про риніти, синусити, гайморити. Долучайтеся, 223-0871. Також, коли ми говоримо про цю тему, до нас починають глядачі телефонувати і говорити про те, що вони взагалі не довіряють всім цим краплям, вони зазвичай саме до народних якихось методів більш пристосовані. Там закрапувати тим же соком алоя або навіть цибулею. От ви взагалі яким чином ставитеся до подібних рекомендацій і яким чином тут можете прокоментувати? Ну, будучи традиционным доктором с традиционным образованием, я буду, конечно, советовать людям то, что традиционно для нашей медицины. Это может до чего-то негативного привести, ось такие методы? Ну, опять же, люди, не имея глубоких знаний в медицине или вообще в этой проблеме, черпают их крупицами из интернета или у кого-то спросили. Зазвичай так. Да, зараз. И считают, что они уже обладают знаниями, которыми они могут пользоваться. Но на самом деле они знаниями не являются как таковыми, потому как знания могут передаваться только... До чего это может привести, если он будет из таких народных засобов застосовываться? Это приведет к осложнениям насморка, то есть к синуситу. Так, вот про что мы поговорим после запитания. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. У меня есть два вопроса к специалисту. Я сама педагог, и вот пока я работала в школе, каждые полгода я получала гайморит. Как только я в школе перестала работать, гайморит, слава богу, больше не возвращался. Может ли это быть вот именно из-за контакта постоянного с детьми? И второй вопрос. Является ли вот ежедневное промывание носа солевыми растворами, ну, которые продаются в аптеке, профилактикой вот болезней носа, там, гайморита, синусита и прочего? Спасибо. Так, дуже дякую за такі запитання. Я ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про риніти, синусити та гайморити. Долучайтеся далі з вашими дзвінками 223-0871. Прошу. Ну, я начну отвечать с последнего вопроса по поводу промывания. Угу. Нет, не является это профилактикой, потому что тот, кто сделал нас, или именно наше тело, тот намного умнее нас. И существует много очень защитных механизмов, которые работают именно на увлажнение слизистой оболочки, эвакуацию всякой той ненужных вещей, тех, которые оседают на ней, угу, путем естественных способов. А вы, промывая нос, ну вот представьте себе, что вы постоянно трете руку, пытаясь чего-то с нее удалить, с кожи. Кожа будет реагировать отеком, раздражением. Точно таким же образом слизистая оболочка носа будет реагировать на все эти промывания. И в конечном итоге вы получите массивный отек, который не даст возможности дышать, и в конечном итоге приведет к какому-нибудь осложнению. Угу. Говоря о том, что вы находились постоянно в детском коллективе и думаете о том, что заражались именно от детей, вряд ли так может быть, потому как, приведу вам пример такой, дети, ходящие в садик, начинают болеть очень интенсивно, так, и родители очень беспокоятся. Вот, как пошел в садик, так начал болеть. Иным способом иммунитет не заработаешь. То есть ребенок переболевает всевозможными инфекциями, зарабатывая иммунитет и потом сопротивляясь ему. Бесконечно это длиться не может. То есть, скорее всего, что вы болели, может быть, совершенно по иной причине. Угу. А які... не связанной с детьми и со всем остальным. Хотя, может быть, и так. А яка може бути взагалі причина того, що дійсно от тільки перестала людина працювати, одразу зникли взагалі симптоми цієї хвороби? Ну, ви задаєте такий вопрос. Во-первых, человек работал там, может быть, это вызывало у него какие-то отрицательные эмоции, работа там. Тобто навіть на нервовому фундаменті це могло бути? Ну, конечно, мы состоим и из эмоций тоже. И если постоянно превалируют отрицательные эмоции, либо стрессовая ситуация, угу, то это сподвигнет человека к тому, чтобы болеть, то есть защититься. Иммунитет слаб, незвичайно. Ну, пусть будет так. Ну, либо он выбирает способ защиты заболевания. Он болеет и уходит от этого, от работы. Так, ну мы знаем, что наш организм, он действительно такой цікавий, взагалі, механизм, який налаштований таким чином. Я еще раз нагадаю, прошу, мы говорим сегодня про риніти, синусити та гайморити. 223-0871, долучайтеся, будь ласка, до нашої розмови. Ми чекаємо всіх ваших дзвінків саме на цю тему. Пане Євгене, дійсно, якщо говорити про те, яким же чином взагалі нежить, звичайно, починає переходити у інші, більш ускладнені процеси. Чому це відбувається? Які перші симптоми цього? Первые симптомы, конечно, это ощущение тяжести вокруг носа, под глазами, во лбу, ухудшение общего самочувствия, выделения становятся более густые, они приобретают желтый цвет, зеленый цвет,
То есть это уже продукт жизнедеятельности микробов и нашего организма. Не буду вдаваться в клеточные эти подробности, но гной – это как раз признак воспаления в околоносовых пазухах. Гной в носу не образуется. Он образуется в тех укромных участках, околоносовых пазухах, бухтах специальных, которые нужны. Если хотите, расскажу для чего. Если нет, значит просто он там образуется. Угу. Это является осложнением насморка. А чем, взагалі, от дійсно, коли ми можемо вже говорити, що от зі звичайного нежиття вже почали переходити у інші стадії? Тому що дійсно риніт і синусит, вони ж мають різну симптоматику сам. Да. Розкажіть. Обычный насморк сопровождается лишь отеком слизистой оболочки, выделениями водянистого характера, может быть слегка вязкого слизистого. Если присоединяется синусит, опять же повторюсь, это будет ухудшение общего самочувствия, температура. Чувство тяжести в голове, может быть температура. Выделения приобретают определенный гнойный характер. Сколько часов зазвичай проходить до наступной стадии? По-разному бывает. От 2-3 дней, иногда до 2 недель. Как кому повезет. И как кто ведет себя в этот период острого насморка. Угу. Если кто-то закапывает нос, шансов заболеть синуситом меньше. Так, тобто дійсно звичайні краплі можуть рятувати від такого стану? Да, вони убирають отек слизистої оболочки в носу і устья виводні около носових пазух, і там не задержується содержимое, і мікроби там не розмножаються. А які причини того, що дійсно, от найчастіше з практики, розкажіть, причини того, що дійсно починають переходити у наступні стадії? Люди просто не лікуються, чи дійсно якісь іще інакші фактори починають впливати? И не лечатся, но бывает так, что люди даже предпринимают все абсолютно меры, но заболевают. Чому? Ну, я думаю так, что есть и определенная программа на любое заболевание. То есть человек в этот период своей жизни вот подвержен этим заболеваниям. Угу. Слабость именно в этом. Либо такой агрессивный микроорганизм начал развиваться там, расти в своем объеме, в количестве вернее, и вызвал этот процесс. По большому счету это не имеет такого значения. Серьезного? Да. То есть мы имеем дело с профилактикой и лечением. То есть если профилактика не сработала, не получилось так, то мы прибегнем к лечению. Угу. Поговорим еще про то, какие методы лечения действительно действуют после запитания. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Запитання до лікаря. Скажіть, будь ласка, 38 років, хронічний насморк, що літом, що зимою. Яка може бути причина, які обстеження можна зробити? Дякую. Так, дуже дякуємо за дзвінок. Я ще раз нагадаю, говоримо сьогодні про нежить, риніти, синусити та гайморити. Долучайтеся, ми далі чекаємо ваших дзвінків. Прошу. Да, всевозможные могут быть причины от нервно-регуляторных, то есть вот нарушена такая регуляция отекания слизистой оболочки, а она должна работать именно так. При определенных условиях она отекает и меньше воздуха пропускает через нос, при определенных сужается в своем объеме и больше воздуха поступает в легкие. Угу. Если этот механизм нарушается, то может возникать вот этот насморк. Он называется вазомоторный насморк. Если есть аллергические причины, то тогда какой-то аллерген может вызывать тот же отек слизистой оболочки, и человек страдает от насморка, то есть выделение и нарушение носового дыхания. Либо есть механические причины. Искривление носовой перегородки тоже может формировать этот хронический насморк. Но это не обязательно, что это будет именно так. Вот если кривая перегородка, то обязательно насморк. Сотні людей я видел, и никто не жаловался из них вот на такие вещи, да. Угу. А я хочу вас запитати, а от із цих трьох причин, які ви перерахували, які призводять до того, що нежить хронічно неможливо вилікувати взагалі? Чи можливо вилікувати у будь-якому випадку? Ну, это такие частные случаи, вот ответить вот так вот, просто это от того, это от того, это от того. Нельзя вылечить. Мы всегда надеемся, и люди надеются, что мы сможем помочь людям. Угу. Но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны. Например? Например, это тот же аллергический насморк. Угу. То есть есть такой аллерген на планете Земля, который вызывает эту аллергию. Человек не может же улететь на другую планету, либо как-то изолироваться от этого всего. Поэтому он постоянно принимает какие-то противоаллергические препараты, будь то спреи для носа, либо таблетки. Ну и бывает, и у них тоже исчерпывается лимит какой-то, и все, как бы вот человек страдает всю жизнь от этого. А может быть, взагалі таке, что вот якась профилактика, якщо людина дійсно знает, что ось-ось вже має настати сезон, коли починається дійсно алергічний риніт, якась особлива специфічна профилактика,
профілактика, вона може запобігти цьому? Чи все одно це не буде мати значення? Ну, обычно люди, которые страдают аллергией, они уже знают, что на какой агент у них есть эта аллергия. Если мы говорим о цветении трав или цветов, или деревьев, то люди знают, когда зацветает определенный вид растения, пыльца это летит, он начинает использовать эти препараты, оно смягчает все эти действия. А може бути таке, що хронічна нежить або взагалі хронічний риніт, він від якоїсь неправильної профілактики? Чи приходили до вас пацієнти, які там все життя, наприклад, прогрівають собі ніс для того, щоб якимось чином уникнути цього? Або от ті ж там якісь народні засоби застосовують, і саме через це він і є хронічним, і саме тому він не припиняється? Ну, таких уж людей, которые упорно что-то использовали, бывали такие люди, которые мыло растворенное хозяйственное закапывали в нос, либо сок лука, который обжигал слизистую оболочку и вызывал отек слизистой оболочки. В конечном итоге человек долго не мог прийти в себя из-за этого. Но все это имеет обратимые последствия. Это уже, я не знаю, надо какой кислотой там или щелочью сделать. А действительно было у вас такие випадки, когда действительно закрапывали какими-то вот такими методами, и потом это приводило до каких-то усложнений? Ну, есть часть людей, которая убеждена в том, что вот именно это направление, как бы, вот как они называют, народная медицина, способна помочь, а все остальное это уже от лукавого, то есть это коммерческие всякие вещи, вот химические вещества, которые мы сейчас используем более всего, противоаллергические, противовоспалительные, антибиотики, они считают вот таким вот образом. В большинстві случаїв вони дорого платять за це потім. Так, дякую дуже. Я наших глядачів ще раз запрошую до розмови. Прошу, 223-0871, говоримо сьогодні про риніти, синусити та гайморити. Долучайтеся, ми чекаємо далі ваших дзвінків на цю тему. А у вас, пане Євгене, я хочу запитати, є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Ну, мені вже 67 років, да? Ну, в принципі, така завжди проблема. І коли от осінь, і там, допустимо, холодно, да? То в мене насморк. Заходжу в кімнату, да? У мене він проходить, висохає там нормально. На вулиці, ось зараз чуть-чуть похолода, чуть-чуть тече. Потім знову ето. Яка проблема, в принципі, шукали, не знайшли. Дякую. Так, дуже дякуємо за таке запитання. Прошу. Це якраз примір вазомоторного насморка. Тобто, нарушення нервной регуляции, отекания или сокращения в объеме слизистой оболочки. Я вам рекомендую все-таки обратиться к доктору для того, чтобы найти тот способ, чтобы смягчать действие вот такое вот и холодовое. А какие тут может быть методы лечения ось у такой ситуации? Ну, в данном случае надо просто человеку посмотреть хотя бы в нос. Может быть, причина совершенно в ином. Может, есть какая-то причина, которая просто после консультации доктора простым советом можно как бы и решить. Это может, человеку нужно воздействовать каким-то образом на эту слизистую оболочку. Может, это все-таки хирургическая какая-то проблема есть. Да. Поэтому так вот однозначно сказать, я не имею такого видения, чтобы прямо вот увидеть, что с ним, и посоветовать. Опять же, это будет как-то непрофесіонально. Так, ну, звичайно. Пане Євгене, дякую дуже. Я хочу, щоб ви розказали, от досить часто взагалі лікарі використовують такі форми, такі вирази, як там риносинусит, або риногайморит, або от якісь поєднання цих хвороб. Розкажіть, це правда, що дійсно зазвичай від нежиті починаються ось всі ці далі ускладнення, і зазвичай вони поєднуються взагалі навіть із гайморитами або іншими ускладненнями? Ну, в 99% случаев осложнение насморка является синусит. И то есть синусит происходит от насморка. Но есть пара околоносовых пазух, гайморовых, которые соприкасаются с верхними зубами, то есть с корнями этих верхних зубов. И если кариозный процесс из этого зуба нелеченного, либо остатков этого зуба переходит на гайморову пазуху, то фитилем как бы поддерживания этого процесса будет этот кариозный зуб. И тогда все меры профилактики со стороны носа, они будут просто неэффективны. Тут просто ще й до стоматолога. І тоді ми вже в парі зі стоматологом працюємо. Наскільки часто зараз таке стається, що дійсно ось такі процеси навіть починають? Ну, зараз населення більш культурне і більш бережно до своїх зубів відноситься. Хотя определенная часть населения считает, что совершенно не обязательно ухаживать за зубами,
Им достаточно и передних зубов просто, чтобы кусать, а вот жевать все равно. А сколько часу может пройти до того, чтобы действительно развился навіть уже ось такий процесс, загальный и поєднаний між собой? Это зависит от того, с какой скоростью этот кариес развивается в зубе. Угу. Тобто, дійсно, час залежить саме від більше від навіть ротової порожнини. Конечно. Ну, это если мы говорим о природе гайморита от зуба. А якщо говорити от про гайморит загалом, які взагалі, яка взагалі перша симптоматика того, що ми можемо зрозуміти, що вже маємо справу саме з гайморитом? Ну, для людей обычно они не делят на гайморит, фронтит там или еще на какой-нибудь. Жаль, да, всего их существует 8 пар этих пазух, либо 7, в зависимости парная и непарная одна из них. Вот. Но чаще люди называют гайморитом, потому что чаще всего задерживается инфекция именно в этой пазухе. И связанная это с анатомическим строением выводного протока, который находится намного выше нижнего уровня этой пазухи. И поэтому содержимому тяжело эвакуироваться в нос. Угу. Поэтому чаще всего мы имеем дело именно с этой проблемой. И чаще всего приходится людям объяснять, что одним из методов лечения является все-таки прокол. Дуже бояться цього проколу взагалі. Люди говорять про те, що якщо, наприклад, вже є хронічний гайморит, то вони бояться, що якщо один раз вони застосують цей метод, то постійно буде потрібно його застосовувати. Розкажіть, це так чи ні? Да, от ми серед професіоналів все-таки не можемо определити, откуда появилось це суждение, то ли от самих врачей, которые не желают этого делать, то есть, щоб не париться. Вот. Все-таки это какой-то хирургический метод воздействия, к нему надо подготовиться, какое-то время уходит на это. Может быть, человеку не хочется этим заниматься, и он придумал вот такую вот отговорку, что вот один раз сделаете, и все. Угу. Ну, и для этого людям достаточно, чтобы отказываться. Либо в 90-е появилась такая рекламный трюк, как лечим гаймориты без прокола. Коммерческий как бы ход. Это неправда абсолютно, такого не может быть. Неправда. Есть определенные показания для этого и есть противопоказания. Если можно обойтись без этого, мы с удовольствием без этого обходимся. Але найчастіше? Нет, нет. 50 на 50. Тобто... Здесь как бы трудно сказать, вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А от чего это зависит, что действительно потребен прокол, что не потребен? Ну, если на 5-7 день лечения ничего не изменилось у человека, или мы делаем рентген и видим затемнение в этой же пазухе в виде уровня жидкости, а именно так представлено обычно гнойное содержимое там, и начинаем человеку объяснять, что вот это лучший метод лечения в данном случае, только. Если вы ничего не увидели, до свидания, уходи, здоров. Человек пользуется вот этим вот мнением, что раз проколол, все. Назавжди. Да, он тут же берет телефон, звонит родственникам, знакомым или что-нибудь еще, но не советуется с нами. Таков сегодняшний человек. Он больше доверяет интернету, знакомым. То есть ненаучним, будем говорить, методом. А були у вас такі випадки, що дійсно люди відмовлялися від такої процедури, а потім це призвело до ускладнення, вже приходили люди на наступних стадіях якихось? Ну, так, щоб уж совсем, як ви говорите, щоб він пожалів об этом, і ми сказали, ага. Зачастую вони просто повторно обращаються, і в конечному итоге все-таки приходять к тому, що нужно либо дуже длительне применение антибіотиків, і все-таки організм справляется с этим процессом, но это иногда проходит до месяца. Ну, месяц есть антибиотики, наверное, это неправильно все-таки. Так, можемо взагалі весь організм повністю на інакші хвороби направити. Так, дякую дуже. Я нашим глядачам ще раз нагадаю, у нас ще залишається час для того, щоб ми вас почули. Ми говоримо сьогодні про риніти, синусити та гайморити. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. 223-0981 – це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. Пане Євгене, розкажіть, як відбувається ця процедура, для того, щоб дійсно глядачі наші вони розуміли, що ну, нічого страшного тут немає, потрібно погоджуватися, якщо лікар рекомендується зробити. Если мы говорим о гайморите и о том, что люди обычно понимают под этим пункция или прокол гайморовой пазухи, так, делается она через нос, через специальное место в носу, в котором косточка наиболее тоненькая и безопасное это место. Есть специальные иглы, которые выпускаются нашей медицинской промышленностью. Это не то, что мы их там изобрели и сами как бы внедряем. Это общепринятая методика.
делается эта процедура под местной анестезией, а да, она слегка неприятна, но запомните, она спасает вас от осложнений, она не приносит нам никакого удовольствия. И это мы делаем не потому, что мы хотим заработать на вас или что-нибудь еще. Мы за то, чтобы вы побыстрее выздоровели и ушли от нас довольные. А каким чином готовится людина до этого? И яка там, можливо, там потрібна потім якийсь час реабілітації? Это амбулаторная процедура, поэтому подготовки к ней, вот морально он должен быть готов и верить доктору. Угу. Тільки морально. Довериться, да. А після процедури якимось чином потрібно? Встал і ушов. Все. Да. І на цьому все завершується. Да. Так, дякую дуже. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Подскажіть, пожалуйста, у мене гайморит, і врач прописав мені такий препарат Назанекс или Флікс. Туди входить нометазон, фурулат. Да. Насколько он безвреден для организма, так как это, я знаю, гормональный какой-то препарат. Насколько он безвреден и эффективен? Спасибо. Дуже дякуємо за ваше запитання. Прошу, пане Євгене. Доктор вам прописал противоаллергический спрей. Один производство США, Назанекс, другой турецкий. Как мы их называем, это дженерики, то есть это препарат, который выпущен по лицензии основной фирмы американской. И как бы в основное его направление – это снятие отека слизистой оболочки и предупреждение аллергического насморка. Угу. Дальше мне сложно комментировать, а с какой целью. Может быть какие-то побочные действия у этого препарата? Ну, если мы говорим о Назанексе, то это самый безопасный препарат в мире при аллергическом насморке. Угу. То есть, в принципе… Выбора, как бы альтернативы ему нет. Угу. Так, тобто все правильно, якраз якщо подібні були направлення, то... Якщо правильне назначення, то да, це краще. Угу. Так, дякую дуже. Пане Євгене, залишається кілька хвилин. Давайте ми поговоримо про те, яка має бути профілактика цих хвороб. От дійсно, починаючи від взагалі звичайного нежиття і вже аж ось до таких серйозних ускладнень. Що робити для того, щоб взагалі уникнути цього? Якщо у чоловіка виникає насморк, и первым симптомом его является заложенность в носу, значит, произошел отек слизистой оболочки и, возможно, будет застой этой слизи в околоносовых пазухах. Угу. Поэтому сразу же используйте сосудосуживающие спреи. Я настаиваю на том, что это спрей, потому что он будет распыляться по всей слизистой оболочке, а не отдельная капелька, которая будет стекать по определенному лишь участку и вызывать сокращение в объеме слизистой оболочки. Угу. Это даст вам возможность предохраниться от застойных явлений в пазухах и последующего синусита. Так, и не бояться, действительно, потом, если действительно потребно будет какие-то показания от лекаря. Может. Так, последнее запитание. Слушаем. Добрый день. Девушка, я хотела задать вопрос. Вот если у моего сына 18 лет прокол делали от гайморита, потом 25, а сейчас ему 38, он все равно по жизни всегда мучится. Ведь эти пазухи увеличены. Чуть холодно, все, ему уже плохо, голова болит. Как и что? Вот я услышала ваш, говорит, что надо и зубы, чтобы были леченые. Угу. Так. Дякуємо, почули. Дуже дякуємо. От якраз про такі історії нам розповідають, що дійсно бояться, що через якийсь час потрібно буде знову і знову і знову це робити. Ну, завжди є причина для чогось. Зачастую ми знаходимо цю причину і даємо рекомендації, щоб избегать осложнений. Ну, іноді буває так, що врач безсилен. Буває і так. Рідко, но так буває. Що радимо? Звернутися, можливо, дійсно, конечно, до якихось фахівців, які паралельні, там, до стоматолога чи до інших моментів? Яку діагностику порадимо зробити? Ну, опять же, обратитесь к отоларингологу, а он вам уже посоветует, кому нужно обратиться, смежному специалисту, для того, чтобы избежать этих осложнений, которые испытывает ваш сын. Тобто, дійсно, можливо, там можуть бути і інші якісь причини, конечно, для цього. Так, пане Євгене, вам вдячна за розмову. Дуже дякую, що сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні про риніти, синусити та гайморити нам розповідав хірург-отоларинголог, лікар вищої категорії Київської міської клінічної лікарні номер 1 пан Євген Шамрай. На цьому ми завершимо медичну частину. Далі корисні поради, де сьогодні ми поговоримо про те, чи можливо боротися з панічними нападами. Це буде цікаво, тож дочекайтесь.